это последний пункт нашего патрулирования. Чем быстрее вы сможете провести разведку на том гребне, тем быстрее мы сможем вернуться и поесть горячего. Эй, сержант, а мы не можем просто перейти прямо к горячей еде? Эндер, я бы посчитал это забавным, если бы напрочь не отморозил свою задницу. Теперь проваливайте отсюда. Встретимся в джипе, есть, когда вы закончите разведку. Немецкий патруль, прячьтесь! Чем быстрее вы сможете провести разведку на том гребне, тем быстрее мы сможем вернуться и поесть горячего. Эй, сержант, а мы не можем просто перейти прямо к горячей еде? Эндер, я бы посчитал это забавным, если бы напрочь не отморозил свою задницу. Теперь проваливайте отсюда. Встретимся в джипе. Нет проблем. Когда вы закончите разведку. Так точно, Райан. Немецкий патруль, прячьтесь. На том гребне, тем быстрее мы сможем вернуться и поесть горячего. Эй, сержант, а мы не можем просто перейти прямо к горячей еде? Я бы считал это забавным, если бы напрочь не отморозил свою задницу. Проваливайте отсюда. Встретимся в джипе, когда вы закончите разведку. Есть! Немецкий патруль, прячьтесь! Держите ушки на макушке. Нет! Справа! Впереди! Держись! Эй, сержант! Выходи справа! Сам не видишь!
целую группировку немецких войск, и бронетехнику направляйтесь сюда. Меня ощущение, что они уже здесь. Займите места в окопах. Райан, найдите дорогу и спрячьте туда свои задницы! Прикройте меня! Прикройте меня! Ты в порядке?
Все как обычно. Чертовы танкисты появляются в конце и забирают всю славу.